Андрей Николаевич поблагодарил главу города за поддержку инициативы местных греков. Именно в Анапе провести в будущем году крупнейшие мероприятия, свидетельствующие о дружеских узах двух стран. Что в Анапе будет проходить, с согласием главы города нашего, значит, первый открытый международный культурно-спортивный фестиваль, как мы говорили, и праздник урожая 2016 года. Мне нужна поддержка специалистов культуры, спорта нашего. Сергей Павлович поинтересовался, как идет общественная жизнь анапской греческой диаспоры. И, конечно же, выразил готовность помогать грекам в осуществлении их планов. Поручение прозвучало для заместителя главы Людмилы Мурашовой. Мы должны определить сроки и должны определить, что мы хотим. И обязательно под это все должны быть заложены деньги. Кроме того, что община там какие-то вопросы, мы должны муниципальные деньги заложить именно на проведение праздничных мероприятий. Да.